годах, чуть больше. Прожить невозможно. Мы уже увидели, что дело доходит до того, что уже в больницах нет лекарств, и некоторых больных, которых надо лечить, не лечат. У них, видите ли, денег нет. А Чубайса только недавно показали. Он выступал, значит, как корпоратив там у них такой. Значит, он говорит, у нас денег много, очень много. И он с 91-го года все там наверху сидит, и почему-то ни Путин, ни другие его не убирают. Он все разворовал вместе с другими. Что? Коммунистическая партия. Коммунистическая партия не только критикует эту власть. Она подготовила программу вывода страны из кризиса. Они говорят, что у нас все хорошо и хорошо, а вы все видите. И цены как растут, и уже льготы вовремя не дают и по ЖКХ. И нам готовят уже новую опять пенсионную реформу. И каких только они не придумывают налогов и по ЖКХ, и за жилищные услуги наши